Прости, немного задержалась. Ничего, у нас еще есть немного времени. Немного времени до чего? Я думала, что ты меня позвал. Ладно, забудь. Сейчас такое ощущение, что что-то не так. Ладно, играю в открытую. Да, ты мне нравишься. Да, я не решался тебя пригласить в кафе напрямую. И да, я придумал, что мы с тобой здесь по делу. Я, чтобы познакомиться с очень модной профессией бариста, а ты выпить мой кофе, ну и проникнуться атмосферой. Фух. Ничего себе, это так интересно. У меня никогда не было такого креативного свидания. Точно все нормально. Не просто нормально, а супер интересно. Если честно, я сама задумалась, что когда буду учиться в университете, буду подрабатывать баристой. А ты уже здесь кого-нибудь знаешь? Неожиданный поворот. Да, пойдем, я тебя познакомлю. Пойдем. Ну, как по мне, это не девчачья профессия. Стоять у барной стойки – это, ну, знаешь, чисто мужское занятие. Это мы еще посмотрим. Пригласил, наобещал. Знаком с бариста. Аня, познакомься, это Гена. Он Привет, бариста. Я Гена. Привет, Амир. Привет. Геннадий Бжахов – шеф-бариста. Опыт работы 2 года. Как и многие баристы, Геннадий начинал свою карьеру со стажировки в кофейне. Сразу решил, что кофе – это то, чем он хочет заниматься всю жизнь. Теперь он сам обучает начинающих, а кроме этого отвечает за гостеприимную и душевную атмосферу в кофейне. На творческой составляющей своей профессии этот бариста не останавливается. Геннадий – поэт, Геннадий – музыкант, Геннадий – философ. Скажите, что входит в обязанности бариста? Бариста – это в первую очередь человек, который должен уметь работать с людьми. Конечно же, ты должен уметь варить кофе вкусно, но ты должен делать это приятно. Ты должен быть интересным. Это главное. А как вы определяете, какой кофе понравится клиенту? У нас нет клиентов. У нас гости. Клиенты и покупатели в каком-нибудь другом месте или магазине. Мы не магазин. Мы кофейня. У нас только гости и все наши друзья. Я знаю каждого. Вот, например, зашел Виталий. Это Денис. Это девочка, которой я когда-то подарил улитку. Я всех знаю. Каждого человека я знаю, что он любит пить. Привет, Денис. Например, Денис пьет средний капучино. Привет, Виталик. Виталик тоже пьет средний капучино. Покрепче. А Денис пьет с корицей. Нужно знать, кто что любит. Это все приходит со временем, потому что ты должен узнать человека. Я знаю, что у некоторых учителей, допустим, есть некоторые категории, которые говорят об их профессионализме. Ну, вот, например, первая, вторая или высшая. Есть ли что-то похожее в вашей профессии? Ну, приходим мы сюда стажерами, конечно же. И есть человек, который нас обучает с нуля. Нас обучал наш босс, меня, например, Лешу. Потом мы становимся бариста после того, как отстажируемся и так далее. И потом можно стать шеф-бариста, тот, кто уже будет стажировать новых людей. А какими знаниями должен обладать человек, который хочет стать хорошим бариста? Ну, конечно, хороший бариста должен быть творческим человеком. Должен обладать хорошей памятью, уметь разговаривать с людьми. Помогает нам разговаривать с людьми, конечно же, литература. Чтобы стать хорошим бариста, недостаточно научиться правильно варить десятки сортов кофе. Любой профессионал, стоящий у барной стойки, должен обладать широким кругозором и грамотной речью. Поэтому не лишним будет еще в школе обратить внимание на весь гуманитарный цикл, развивающий эти качества – историю, географию, русский язык и, конечно, литературу. Ну и само собой, для того, чтобы красиво оформить напиток и украсить его затейливым рисунком на молочной пенке, вам понадобится умение рисовать и хороший художественный вкус. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никита. Сегодня мы будем готовить 2 напитка. Это капучино классический, один из самых наших популярных напитков, и новая позиция как бы в нашем городе, которая активно развивается, это воронка Харио V60, альтернативный метод заваривания кофе. Ты знаешь, что это такое? Понятия не имею, но звучит классно. Ну, сейчас мы все разберем, начнем с капучино. Это классика. Он готовится на основе эспрессо двойного и взбитого молока с пеной.
Никита Макогон – шеф-бариста. Опыт работы – 1 год. Всем напиткам предпочитает кофе. Любимый сорт – таинственный V60. Считает работу бариста творческой. Больше всего в ней ценит возможность общения с интересными людьми. Уверен, что в этой профессии совершенства можно добиваться бесконечно. Начнем с того, что нужно достать портафильтр из группы, протереть его салфеткой, помолоть кофе, в нашем случае это 18 грамм. Под эспрессо используется кофе среднемелкого помола. Разровнять кофе и утрамбовать его темпером. Затем мы спускаем конденсат с группы, берем чашку, ждем, пока исчезнут последние капли воды, вставляем, включаем кнопку подачи давления, пошла экстракция. Экстракция в среднем составляет 24-30 секунд. За это время мы наливаем молоко. Эта штука называется панерелла. С нее мы тоже спускаем давление и взбиваем с помощью нее молоко. Мы разбалтываем крема по чашке, чтобы они были эластичными и сверху на крема появилась молочная пенка. Взбитым молоком мы стараемся попасть первой каплей в самое глубокое место. Для этого мы наклоняем чашку и тонкой струйкой начинаем вливать. Поднимаем питчер, чтобы затопить все ненужные нам элементы. Дальше мы выкладываем пенку. Ух ты, как красиво получилось! Крышку-то я забыла поставить. Смотри на цвет струек. Когда они станут прозрачными, начнут колебаться, нужно выключить экстракцию. Выключили. Так, вот мы налили, да? Молоко, спускаешь давление. Спускаю давление чуть-чуть. Поднимаешь его до максимума. По горлу. Вставляешь питчер. Да, и открываешь пар. Я открываю. Выключай. Теперь разболтаешь чашку. Разбалтываю чашку. Да. И наклоняешь, в самое глубокое место тебе нужно первой каплей попасть. Я предоставляю это вам. Да. Мне предоставляешь, что ж ты мило. А ты держи ее. Вот так? Да, да, да. В самое глубокое место. Все должен был получиться рисунок. Ну, абстракционизм, господи. Никита, скажите, у кого лучше получалось? У Амира или у меня? В принципе, по эспрессо была немного неравномерная темперовка, но по цвету струек было понятно, что экстракция проходит хорошо. То есть есть над чем поработать, но это нормальный результат. По молоку тоже была немного перенасыщенная пена, но для первого раза это вполне отлично, и нужно поработать над рисунком. Сейчас он у нас не получился совсем. В целом, как бы неплохо. Современное искусство. А сейчас я предлагаю приготовить мой любимый напиток. Это Харио V60. Он готовится через воронку с фильтр-пакетом. Сначала нам нужно подготовить фильтр-пакет, разровнять его, вставить в воронку. Воронку вставить в чайник, прям как матрешка. Затем мы прогреваем воронку, чайник и смачиваем фильтр, чтобы избавиться от привкуса бумаги. Фильтр-пакет чуть-чуть приподнимаем, чтобы он не так плотно прилегал. Особенность этой воронки в том, что у нее есть вот эти вот желобки, которые позволяют при заваривании активно участвовать кислороду. Затем мы берем кофе смолотый, засыпаем его в центр и начинаете вливать. Центр, да? Начинаешь с краев и двигаешься к центру. По кругу надо? Да. Да, нашего участия тут было немного, но зато какой интересный способ. Здесь не поспоришь. Скажите, а где вы учились на бариста? Я учился здесь, в нашей кофейне.
к стажерам подходят со всей важностью, с пониманием, учат с нуля, объясняя все очень как бы доходчиво, с учебными материалами. И теперь вы будете учить нас. Да, и теперь я буду учить вас. Получить профессию бариста в государственных учебных заведениях пока невозможно. Чтобы научиться варить правильный кофе, можно поступить на коммерческие курсы. Они стоят от 10 до 100 тысяч рублей. Отдельные деньги нужно будет заплатить за возможность получить международный сертификат мастерства. Есть и другой путь. Вполне достаточно устроиться на работу в понравившуюся вам кофейню. В таком случае овладение секретами мастерства будет проходить непосредственно на рабочем месте. Многие заведения обучают своих сотрудников бесплатно. Скажите, а какие перспективы у профессии бариста? Может быть, это собственный бизнес? Ну, конечно, это можно сделать, если ты очень хочешь. Если ты любишь кофе, ты можешь открыть. Но дело в том, что в последнее время кофейня открывается на каждом шагу, одна за одной. Но недостаточно взять помещение, красиво его украсить и сказать: «Вуаля, я открыл кофейню». Этого недостаточно. Достаточно чувствовать, что ты хочешь. Главный ингредиент кофейни – это бариста. Должна быть атмосфера. А вот я во время учебы в университете хотела пройти курсы бариста и работать. Может быть, это станет моей постоянной профессией. А вот он говорит, что не девчачье это дело. А вы как думаете? Дело в том, что здесь нет разницы, мальчик ты или девочка, ты должен быть человеком хорошим. Да? Человек не имеет пола. Так сказать, человек мужского рода только потому, что это слово такое. И у нас есть Анечка, у нас есть прекраснейшая Ника, у нас есть Саша. Ну, в общем, тут нет разницы. И нет разницы, мальчик ты или девочка. Абсолютно. Бариста практически постоянно общается с людьми. Каждому своему клиенту он должен подходить индивидуально. В какой-то мере такой специалист сравним с артистом, который работает на публику. Однако при этом бариста также должен знать предпочтения своих клиентов, он должен уметь выявлять их с помощью наводящих вопросов. В общем, хороший бариста должен быть очень общительным, коммуникабельным, а также терпеливым человеком. Здесь стоит сказать о том, что в определенной мере доход бариста формируется за счет чаевых, а потому профессионалу не просто полезно, но и выгодно уметь располагать к себе гостей. Средняя зарплата бариста по Краснодарскому краю составляет 25 тысяч рублей в месяц. На момент первого выхода программы было найдено 5 вакансий. Ну как, Амир, тебе понравилась профессия бариста? В принципе, неплохо. Но, как по мне, не хватает какой-то оригинальности, что ли. Каждый день готовишь-то кофе. В работе должно быть больше приключений. Я бы не пошел на бариста. Мне тоже так кажется, но я все-таки исполню свою мечту и поработаю бариста, когда буду учиться в университете.